Ребята, привет! Сегодняшнее видео будет посвящено вот этой вот винтовке. Это Егер от русской оружейной компании Bullpup 6.35, настроенный под полнотел мной. И с полным комплектом доводки, как я это обычно делаю, чтобы он соответствовал моим требованиям качества, а именно кучности боя и количества выстрелов в плато. Напоминаю, что под описанием к видео находятся ссылки на два сайта. Если вас что-то заинтересует, не стесняйтесь, заполняйте формы, обращайтесь, я всегда буду рад вам помочь. Видео будет состоять из двух частей. Первая часть, вот эта, она записывалась позже, чем та часть, которую вы видите в конце. Мне кажется, так будет интереснее. Сначала вы увидите, что получилось на выходе. Но интереса ради скажу, что мне пришла партия егерей. И, как вы знаете, я давно не занимался егерями от русской оружейной компании, чуть более года. Очень хотелось посмотреть, что же изменилось, как они себя вести стали, характер поменялся, не поменялся. Скажу так, что да, действительно много изменилось, но проще с ними работать в плане моих стандартов качества не стало. Стало даже сложнее, потому что из-за изменения ударно-клапанной группы стало более горбатое плато, и привести его к нормальному бою, к нормальной ровности, винтовку к нормальному бою, а плато к нормальной ровности стало сложнее. Со стволом точно так же необходимо работать для того, чтобы добиться кучности, которая меня устроит. В данном случае я делаю акцент на меня. Почему? Потому что, возможно, очень многих, большинство, устроит та кучность, которую винтовка дает из коробки. Но меня не устроит, поэтому я не могу продавать такие винтовки. В итоге я отстрелял 4 винтовки из партии, которые получил на кучность, перед этим настроив плато адекватно, и не получил ни на одну из них результатов, которые бы меня удовлетворили. И скажу честно, меня это очень огорчило. Я пришел к выводу, что необходимо точно так же проделывать полный цикл подготовки, который я делаю всегда. Поехал на производство, встал к станку, доработал стволы, все винтовки еще более тщательно настроил под нужное мне плато, нужную скорость, нужный боеприпас. В данном случае это Катюша 3,5 грамма. И тот отстрел, условный, из коробки, с настройкой плато уже нормально произведенный, я записал. Не хотел его публиковать отдельно, да, потому что опять начнут скандалист, что-то там устраивает. Да ничего я не устраиваю, мне это не интересно, у меня другие цели, задачи совершенно. Для меня главное, что я сам для себя подтвердил то, что тот комплекс доводки, винтовки, который я делаю, действительно улучшает кучность боя. Потому что так много пишут всякой гадости, что я делаю ненужные работы, навязываю кому-то какие-то услуги и так далее, что внутри уже сам стал сомневаться, а нужно ли это. Я для себя получил четкое подтверждение, что нужно. Без этого винтовка не стреляет так, как нравится мне, так, как будет устраивать меня. Еще раз хочу сказать, что для абсолютного большинства, вероятнее всего, кучность винтовки из коробки порядка 7 сантиметров по 8 выстрелам, в данном случае плато 8 выстрелов, это стандартное плато, скажем так, для этого форм-фактора, этой пули, этих энергетик. Наверное, абсолютное большинство это устроит, но не меня. Для меня кучность более 2 угловых минут, но она так, сомнительная, да? Вроде и неплохо, но вроде как-то и не очень. Поэтому я привел эту винтовку к бою во всем плато, 8 выстрелов, порядка 5 сантиметров, 50 миллиметров. И этим результатом я уже доволен. Эта винтовка в таком состоянии продается. Я ее продаю с абсолютно чистой совестью. Потому что я знаю, что она стреляет, она хорошо настроена. Даже на морозе, таком, как сейчас здесь стоит. А это... Не получаю я, честно говоря, удовольствия от отстрела винтовок в таких условиях. Но других, извините, нету. Вот. Поэтому давайте посмотрим, как стреляет егерь, доведенный мной на 100 метров. А после этого ролика я вам покажу, как он стреляет как бы из коробки. Но из коробки все равно необходимо плато настраивать, потому что вы не получаете
8 выстрелов даже в 10-метровом коридоре. По крайней мере, мне такие винтовки достались. Но не об этом. Еще раз, наверное, многих это устроит. Меня нет. Именно поэтому я не занимаюсь продажей винтовок, как они есть. Потому что меня это не устраивает. Это не значит, что это плохо. Это не значит, что винтовки плохие. Просто у меня такой подход. Я такой человек. Вот сложно поэтому со мной. Да, у меня есть какие-то понятия собственные, там, принципы, можно назвать. И я от них не отступаю. Вот эта винтовка мне нравится. Если кто-то желает ее приобрести, обращайтесь, пишите в комментариях или на почту. Почта внизу будет опубликована. Можете WhatsApp, мой номер очень легко найти в интернете. Давайте посмотрим. Данный ролик не является рекламой какого-либо производителя винтовок или какой-либо конкретной модели винтовки. Я хочу, чтобы вы понимали, что отстрел, который здесь показан, является отстрелом конкретной винтовки с конкретной подготовкой в конкретном состоянии, определенным стрелком, определенным боеприпасом в определенных условиях. Это не значит, что все они так стреляют или что у вас получится стрелять точно так же. Я бы очень хотел, чтобы вы это понимали. Того с 250 атмосфер получается 8 выстрелов. В коридоре 271, 277, 271. Боеприпас «Катюша» 3,5 грамма. На улице сейчас минус 7, дует ветер, холодно, замерз. Отстрел на 100 метров. Егерь «Отрок» 6,35. Булка классическая. Пуля «Катюша» 3,5 грамма. Дистанция 100 метров.
Очень тяжело мне справиться с завалом булки, потому что, как вы видите, сошек здесь нет, не прикручено. Ну давайте еще разок попробуем. Может, получше получится. В этот раз сладка. Плато начинается с 230 атмосфер. Сегодня еще и ветрено, и снежно. Ну что же, ребята, проделанной работой я остался абсолютно доволен. Я очень надеюсь, что эта винтовка найдет владельца. Если этот владелец будет из Ярославля, то он будет рад, потому что здесь приятный региональный номер, скажем так. Всем спасибо за внимание. Всем пока.